Сарове растет число безнадзорных животных. На проблему обратили внимание народные избранники. На заседание они пригласили председателя комитета ветеринарии Михаила Курюмова. По его словам, популяция бездомных животных растет в основном из-за недостаточного финансирования программы ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». Она действует в нашем городе уже несколько лет. В этом году из области выделили 600 тысяч рублей. В следующем финансирование планируют увеличить в 3 раза. Скажу вам, что ресурсы, они, конечно же, всегда ограничены, но вот на следующий год Сарову будет выделено в 3 раза больше денег, это 2 миллиона 145 тысяч рублей. Предварительно мы его согласовали с Минфином, эту сумму, окончательный бюджет области будет принят в декабре, тогда уже я смогу уже ответственную эту сумму прописать и передать в администрацию Сарова. В регионе программа ОСВВ действует с 2014 года. За это время численность безнадзорных животных уменьшилась на 300%, рассказал Курюмов. Эффективность работы программы можно увидеть спустя 3 года, считает чиновник. Сейчас важная задача сделать все, чтобы на улицах города было как можно меньше собак без бирок в ухе, то есть не прошедших программу ОСВВ. Еще один значимый вопрос, который вызвал бурные дискуссии – судьба городского приюта. Сейчас в нем идет косметический ремонт. Приют мы потихонечку ремонтируем опять же из собственных средств, заработанных. Бюджетное финансирование на этот приют не идет. Но потихонечку уже вот в этом году за полгода 1 200 000 вложили, и только что я тут приехал. Работа движется, и задача у нас к ноябрю косметический ремонт закончить. Дальше, дальнейший этап, это будет обустройство дополнительных вольеров для содержания животных. Закончить обустройство вольеров планируют к декабрю. Сейчас приют находится на балансе Госветуправления города Кстово. Передать его Госветуправлению нашего города планируют не раньше следующего года. На самом деле, да, здесь 4 вот таких важных вопроса, которые нужно решить, прежде чем это сделать. Да, это надо сделать. Вот надо решить. Первое – это полностью закончить ремонт территории и приюта. Ресурсов в городе Сарово, в госуправлении нет для ремонта. Отсутствует персонал, обученный, и ставки для того, чтобы взять. Вот сейчас на данный момент их нет. Это тоже препятствие. Третий вопрос – это, соответственно, его нужно содержать. Финансирование, опять же, ресурсов в Сарове для содержания этого приюта нет. Ну и третье – это воля руководителя. Да? Я, например, хочу. Пока власти решают глобальные вопросы сокращения популяции бездомных собак, остаются частные моменты, которые остро волнуют горожан. Один из них – что делать, если в моем дворе есть агрессивная стая, которая кидается на местных жителей? Каждый день мы рассматриваем такие обращения, в том числе и чипированных собачек. В этом случае факт покуса должен быть зарегистрирован. Даже если он зарегистрирован? Зарегистрирован. Оформляется органом полиции материал КОСП. Ну, книга сообщения о происшествии. Этот материал направляется в комитет ветеринарии. Мы, соответственно, доводим его до администрации, ставим сроки контроля. Затем агрессивное животное отловят и будут содержать в изоляции 90 дней. После примут решение, выпускать на волю снова или нет. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.